Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка коробочки счастья от Faberlic. Это заказ по 10-му каталогу. Здесь много новинок, мне уже не терпится. Я делаю в основном заказ для себя, поэтому для тех, кому это интересно, я сегодня расскажу, как сделать 50 баллов максимально выгодно. Я сделала 50 баллов, если не учитывать объемную скидку, на 4500. Так что поехали. Давайте все вместе распаковывать. Ой, как же, я не могу, хоть и заказ Faberlic приходит быстро, прям через день после того, как делаешь заказ, да? Но для меня он всегда такой долгожданный, потому что, ну, я люблю Faberlic. Мне много чего там нравится. Так, вот у нас чек, пакетик. Ой, новиночка доска, давайте с нее и начнем. Мне очень понравилась новая коллекция посуды. Я решила начать с доски. Доска разделочная, зеленая. Материал волокно пшеницы. Вся эта посуда, она сделана из волокна пшеницы. 45% и 55% полипропилен. Я вам сейчас покажу все поближе. Блин, она так круто смотрится. У меня кухня еще в оливковых тонах. Мне эта новая коллекция прям как масло. Бальзам надо сюда. Вот. Какая она классная, девчонки. Смотрите размеры, то есть она большая. Faberlic Home. И она такая рифленая. Сейчас все поближе покажу, блин. Супер, она вообще ничем не пахнет. Вообще ничем, даже пластиком. Вот она... размеры доски, вся информация по ней. Артикул 910-035, да? Вот она у нас. И вот сама доска. Смотрите, какая она. Видите, как в клеточку. Рифленая, вот такая вот она вся. Вот. Классно. И такая же она с другой стороны получается. Смотрите. Вот какая. Прикольно. Я такие доски, такой текстуры еще не встречала. А вот здесь вот наконечник, да, он гладенький получается. Вообще красота. У кого кухня в таких тонах, будет смотреться шикарно просто. А у кого еще столешница, вот такая, это просто огонь. Блин, ну мне очень понравилось вообще. Я прям довольна доской по плотности, да, по ширине. Вот она какая, то есть нужно приложить усилия, чтобы немножко ее согнуть хотя бы. Она достаточно толстая, да, видите. Классная добротная доска. А следующий влог буду снимать, будем тестить с вами новинки и будем с вами пробовать резать на этой доске. В отдельном пакетике, смотрите, у меня серия Дом Faberlic. Здесь я заказала освежитель, свежесть фруктов зелененький. Как я сделала так выгодно 50 баллов? Да, если вы набираете аукционный товар, то есть освежители те, которые были у нас по 99 рублей при покупке двух, то вам за один освежитель дают 0,45 баллов. Если вы берете освежитель не по акции, то он у вас обходится, я сейчас найду вам, скажу во сколько. Без акции он стоит 149 рублей со скидкой 110. То есть вы немножко подороже взяли освежитель, но балл вы уже получили 1,47. На 1 балл больше, чем вы бы получили за освежитель, который в каталоге участвовал в акции. Надеюсь, я понятно рассказываю. Если нет, девчонки, задавайте вопросы. Под видео я вам объясню. Я уже давно научилась, как выгодно делать 50 баллов. 113-32 артикула освежителя этого. Я их уже все брала. На лето сейчас люблю более легкие ароматы. Я вообще их все практически люблю. Это действительно фруктики и аромат какой-то зелени. Они безопасные, удобная защелка от детей. Безопасные для животных, для детей, для аллергиков. В общем, да. Следующие продукты серии Дом Faberlic. И опять же... я взяла средство для мытья посуды с яблоком. Оно не участвовало в акции, то есть по 149 рублей нам, по-моему, три средства там, да? Вот это не было, не было его среди них, именно яблочко. Или оно было, но там при покупке двух сыгрывало акции. Я специально не брала второй товар, чтобы мне продукт шел по полной цене и по большому баллу. Артикул 111.94. Я давно не брала средства для мытья посуды, потому что экспериментировала, думала, что оно мне сушит руки. Пришла к выводу, что сушит, скорее всего, только черное и мыло для кухни мне. Поэтому вернулась к своему любимому средству. Это яблочко, это сочное зеленое яблоко, безумно вкусное. Девчонки, я прям вот с яблоком люблю, с грейпфрутом и с малинкой очень. И оно густое. Оно очень густое, хотя мне с яблоком как-то приходило жидко. Но здесь, видимо, Faberlic зависит от партии. Опять же, смотрите, так как это средство не участвовало в акции... Где оно? Концентрированное средство. Оно шло по 229 рублей со скидкой 170, переплата рублей 40, но балл полный 2,27. А если бы вы взяли средство для мытья посуды по акции, то балл был бы там один где-то, мне кажется. Вот. Поэтому разница большая, гораздо выгоднее брать не аукционные продукты. Все, больше я на этой теме останавливаться не буду. Я надеюсь, что я вам рассказала. Понятно, вот этот заказ у меня на 51 почти балл, 4,457 по деньгам.
я отдала. Это вот у меня там еще объемная скидка вычлась, но я не буду про это говорить, я конкретно 51 балл на 4400. Я считаю, что это круто. Это вместе с доставкой уже 4400. Так, поехали дальше. И серии дом взяла вот такой кондиционер. Хотела опять же взять свой желтый любимый золотой с органой, да, но он участвовал в акции. Мне надо было без акции кондиционер, чтобы выгодно набрать баллы. А, это у нас два в одном, ароматерапия, орхидея и кашемир. Он у меня уже такой был. И неплохо, в принципе, белье пахнет. Оно, я вам уже рассказывала, не такое мягкое, как после старых кондиционеров, но мне нравится, что есть аромат, действительно, который держится, ну, несколько дней после стирки на одежде, на белье точно. Артикул этого кондиционера 118,50. Классно, классно пахнет, нравится. Мне из этой линейки не нравится только сиреневый. Он для меня какой-то шипровый, рисковатый. Взяла порошок. Не стала брать, девчонки, теперь Гринли, потому что мне девочки прям говорили, что вот этот вот оптический отбеливатель, который там в составе, он очень вредный. Поэтому я решила взять обратно вот этот вот порошочек. У меня горная свежесть. Я люблю, когда он пахнет тоже. И артикул его 323. Порошки концентрированные. 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Они отстирывают изумительно. А если прошлая версия мне не очень нравилась, здесь улучшенная версия. Распознавание в холодной воде пятен. В общем, мне нравится. Безумно я люблю. На самом деле, видео про порошки, где мы их тестировали, сравнивали, оставлю вам в инфобоксе ссылочки, проходите, знакомьтесь, смотрите, чтобы понять, что это такое и надо оно нам вообще или нет. Дальше по-другому попались новинки. Это два геля для душа. У Ольги Рогалевой видела уже обзор на них, и она говорила, что это химия. Сейчас проверим, девчонки. Я не могла все равно мимо новинок пройти. Я практически все новинки беру сразу, чтобы вы тоже понимали. Мне хочется быть для вас максимально полезной. Василек и Барбарис. Голубенький такой. Артикул его 52,77. И это не голубой флакон. Это голубой сам гель для душа, да? Я яблоко чувствую. Теперь после средства для мытья посуды везде Василек и Барбарис. Это, наверное, Барбарис так пахнет, с кислиночкой такой аромат фруктовый. Василька никакого не чувствую, чувствую с кислинкой фруктовый аромат. Мне нравится, вы знаете, на лето я думала, что синий не будет такой свежий. Нет, классный, прям вот кислиночка. Я не знаю, как пахнет натуральный Барбарис, но я бы не сказала, что это прям химия. Химия какой-то ягодкой с кислинкой пахнет. Классно, мне понравился. Так, зеленый у нас, зеленое яблоко и мята. Мне надо кофе с собой брать, потом, чтобы ароматы вам правильно передавать. Зеленое яблочко у нас 80... Нет, 25,78. А вот тут нет. Зеленое яблоко и мята. Вот тут больше химозный, больше, чем в голубом. Вот тут зеленое яблоко, да. Сочное, зеленое, прям натуральное. А здесь мята какая-то странная. Как мятная конфетка, только еще химозней. Знаете, такие леденцы мятные есть. И яблочко вроде есть чуть-чуть, и мята, но они вот, да, вот я бы сказала, что вот этот более химозный, действительно. Вот зеленое яблоко, оно здесь больше выражено гораздо. Это совсем не похожий аромат. И нет, он нормальный тоже, но вот он бы, я сказала, больше приторный сладкий. А вот этот вот больше такой вот свеженький с кислиночкой. Мне голубой больше понравился. Девчонки, буду пользоваться, естественно, и тем, и тем. Но вот если выбираете, я советую лучше голубой взять. Из линейки Lancelot два средства. В этом каталоге была акция на Lancelot. При покупке двух продуктов срабатывала хорошая скидка. Шампунь 0,5-36 и гель для душа 0,5-28. Это у меня подружка берет своему сыну. Она очень довольна, ей нравится вся эта линейка. Мне тоже очень нравится аромат и серия. Крайне удачный аромат, такой мужественный, брутальный. Мне нравится, прям вот действительно нравится, классный аромат. Поэтому долго на этом останавливаться не будем. Линейка супер. Кто не пробовал, своим мужчинам попробуйте. Аромат точно понравится. А, собиралась брать мисты для тела. Там тоже по акции два шли. Я взяла, естественно, один, чтобы получить полный балл, опять же. Мисты для тела Faberlic прошлым летом брала просто пачками, упаковками. Нравится, нравится их аромат, и все нравится. Особенно манго и папайя. Вот я взяла это вообще. Это блаженство. Это просто какой-то тропический рай. На самом деле, я не знаю, даже вот я никогда в жизни манго и папайя в косметических средствах не чувствовала вот именно так ярко выраженно и вкусно, как в этом мисте. Артикул его 23,47. И да, запах остается на теле крайне недолго. Я люблю после душа на море с собой в том году брала, наносить на тело прям на мокрое и пошла. Здесь в составе есть витамины, он не сушит кожу. Я не скажу, что сильно питает, но он ее не сушит и, может быть, даже слегка дарит какое-то вот такое увлажнение. На кожу нанесли. Он еще какое-то время пахнет. Вот сейчас, если до конца видео он будет пахнуть, это будет круто, потому что я забыла, испаряются быстро. По крайней мере, я на своей коже уже не чувствую через полчаса этого аромата тоже. Для меня это печаль, тоска, но хотя бы так, потому что запах наишикарнейший.
Так, дальше взяла, повторила свою покупочку мыло Лакрем. Теперь Лакрем ставлю на кухню, чтобы ручки не так сохли. 86-37 артикул мыла с миндалем, с божественным ароматом натурального миндаля, который вообще на руках остается абсолютно точно. Мне так нравится вообще. Так что я теперь такое мыло беру на кухню. Мне именно вот оно заходит как нельзя лучше. Дальше, девчонки, взяла легендарный кислород Faberlic Axiology. На лето этот продукт тоже актуален. Актуален еще, когда мы пользуемся с вами засыхающими глиняными масками, чтобы они не подсыхали, разбрызгивать именно его. В прошлом году, мои любимые, дорогие девочки, спасибо вам за это, если вы еще со мной, посоветовали ставить его в холодильник и именно в таком формате разбрызгивать на лицо. Я так и делаю, девчонки. Вообще это класс. Холодненький вот этот вот восстанавливающий активный спрей, в котором есть кислородный комплекс Новафтем, носить на свое лицо, это супер. Это прям получается тоник со всеми положительными качествами. 4 таджета, кислородные дроны и так далее. В общем, это классная штука. Не сказать, что какие-то чудеса он на лице делает, но он и не делает ничего плохого и придает свежесть лицу. А это летом, мне кажется, именно очень важно. Артикул 0256, по-моему, я вам сказала. Дальше у меня детская линейка малышковая в количестве 4 средств, девчонки. Так. Вот это вот, которая у нас с нуля плюс. Линейка изумительная. У меня, когда ребенок был поменьше, я для подмывания, для купания покупала только эти средства. Они гипоаллергенные, без отдушки, они вообще великолепные. Значит, гель для купания младенцев, артикул 1641. Это у меня соседка взяла в подарок для своей подруги, которая скоро родит. Она хотела подарить эти средства, мне кажется, это шикарный подарок. Комплекс экстрактов череды лаванды и календулы для купания, девчонки, 1700. Тут такая желтоватая водичка, мы брали. И вот эти все средства, они имеют практически никакой отдушки. Прям вот еле-еле уловимая какая-то отдушка малыша и чистоты вот у этих средств. Я их прям обожаю. И еще два продукта, кремушки. Для мамы и малыша с пантенолом. Вот так они выглядят. Тоже брала раньше своей дочери, когда она была маленькая. 1,645. Один ей, один взяла нам. Вы знаете, раньше девчонки писали, что Faberlic грешит этими кремушками, и они иногда... Он за заглушкой, кстати, приходит, за запаян. Они иногда приходят почему-то с какими-то... не знаю, частичками, вкраплениями, то есть неоднородный. Вот было такое Faberlic, многие отзывы писали. Артикул, кстати, крем 1645, так что я открыла, и мы сейчас с вами протестируем. Нет, девчонки, у меня пришел крем хороший, никаких вкраплений. По-моему, зимой такое бывает. Ой, ну запах вот этот чистоты, еле уловимый, мне очень нравится. Я взяла для своей дочери после ванны смазывать какие-то участки тела, да. Личико даже мазать сейчас на солнышке. Бываем вечером, пришли, покупались, личико, ручки помазать. Мне кажется, такой кремушек у любой малышки должен быть в запасе. Поэтому пусть будет. Что-то давно я про него, девчонки, забыла. Взяла себе еще одну подводочку. Это у нас линейка Glam Team. Красную, девчонки, взяла красную. Мне так захотелось красную подводку. В прошлом заказе я вам показывала коричневую. Мы ее свочили, разглядывали со всех сторон. Кому интересно, ссылку на прошлый заказ я тоже прикреплю в инфобоксе. Проходите, смотрите. А сейчас мы с вами по достоинству оценим красную. Она приходит у нас в слюде, это называется, да, девчонки? В слюде. Так. Артикул 5685. Мне кажется, это не красный, а какой-то вот больше ягодный оттенок. Хотя нет, стикер красный. Сейчас попробуем нанести с вами. А, кремушек. Красивая. Ой, какая красивая. Сейчас все вам вблизи покажу. Девчонки, смотрите, какая красота. Это такой цвет классный, освежающий красный какой-то. Не такой не сильно яркий. Мне очень нравится. Он, по-моему, в каталоге называется как-то ягодно какой-то, да? Вот, смотрите. Фокус. Фокус, прекрати. Прекрати. Вот сам наконечник какой. Я сравнивала коричневую подводку, но и все эти. По наконечнику они очень похожи на подводки из линейки Stay On. Да? У нас там была она только черная в одном цвете, а здесь вот уже не разноцветный. Он очень удобный, им очень удобно красить. Прям вот безумно удобно. Цвет мне понравился. Крутой цвет. Прям вот я довольна на все 100%. Очень крутой. Мне бы сейчас под помаду такие стрелки навести. Ух, красота, классный цвет, девчонки, вообще супер. Мы обязательно с вами во влоге тоже протестируем, попробуем стрелочки. Вот как она рисует. Попробуем красные стрелочки. То есть это достаточно мягкая кисточка. Вот стрелку такую рисовать одно удовольствие. Хоть толстую, будет толстая, наконечник очень тоненький. Можно и провести тоненькую полосочку. Прям вот тонюсенькую, да, почти не видно. То есть как хотите. Я надеюсь, они сохнуть не будут. Коричневая у меня, кстати, не засохла. 3 недели, да, прошло. И с ней все прекрасно. Вот сейчас она у меня на глазах. Все как бы замечательно, никаких нареканий. Почти в каждом заказе вам показываю зубные пасты Технокидс, потому что они нам очень нравятся. Они здорово очищают зубки. Эмаль не вызывают повышение чувствительности. Я пробовала их на себе. Поэтому рекомендую. Здесь 3+ и 6+. Одна груша, другая яблочко. Яблочко, которое, оно прям зеленое, тоже сочное яблочко. И груша очень приятная. Яблоко 23,58. Груша 23,59. Всегда, когда бывает акция, сейчас, по-моему, 59 рублей, всегда парочку берем в запас.
Так, дальше, конечно же, бальзам гладкие пяточки. Снова взяла в запас, потому что осталось буквально полтюбика, без него свою жизнь уже не представляю. Для сухих стоп, для сухих рук и вообще смазать любые какие-то шелушения и сухость на вашей коже, это идеальное средство, здесь 30% глицерина. Артикул 1661, и девочки, которые пробовали его, по моему совету, остались безумно довольны. Пишут и пишут мне до сих пор комментарии, что действительно это очень крутое средство, у кого сухие ручки, прям советую на ночь. Знаете, такое есть некомфортное ощущение, что у вас что-то на руках. Но в течение всех суток ваши руки в нормальном состоянии, нет сухости. Один раз в сутки достаточно помазать, и огонь. А про стопы я вообще молчу. Так, девчонки, у меня еще здесь есть новинки, не уходите. Взяла краску для волос 4.1, эксперт фарма, уже красилась в этот оттенок. Девчонки, где-то год назад, даже больше, наверное, полтора. Действительно красивый, холодный брюк. Очень красиво. У меня где-то ВКонтакте есть даже пост, и там прям фото с этим оттенком. Я недавно красилась, точнее тонировалась, поэтому чуть попозже тоже с вами покрасимся, посмотрите на результат. Кто брюнетки, девочки, это очень красивый, холодный, пепельный оттенок брюнетки. Мне нравится. Краска стойкая, седину закрашивает идеально, стоит копейки. Да, светлые оттенки поджигали мне волосы, поэтому я пока похожу в темных. Мне очень хочется их отрастить. Когда отращу, возможно, заново эксперименты начну над ними какие-то проводить, но пока нет. Артикул краски 180-25. Так, дальше у меня в заказе кислородный баланс, дневной крем для лица, артикул его 0272, это крутой, крутой, наикрутейший матирующий крем. У меня заказала его знакомая уже второй раз, она попросила у меня из Avon или из Faberlic какой-нибудь кремшик, который действительно матирует, идеально подойдет жирной комбинированной коже на лето. Это однозначно Faberlic Axiology кислородный баланс дневной, он очень круто матирует, мой любимый крем. Он у меня закончился, я себе еще не заказывала, но обязательно закажу в следующем заказе, потому что пока кремов, ну просто валом. Он приходит у нас тоже запаянный, крем крутой, действительно матирует. Полдня выходите, и вы его на лице вообще не ощущаете совершенно. Нанесли, лицо заматировалось, все, вы его не чувствуете. Безумно крутой крем, девчонки, с жирной комбинированной кожей, даже с нормальной. На лето прям вот must have. Так, дальше, что у нас тут интересного? Ух, ножеточка. Я про нее уже и забыла, девчонки. Точилка для ножей с ручкой, Home Faberlic. Артикул 910-018. Материалы, пластик. Ну, я вам сейчас все поближе покажу, не буду на этом долго останавливаться. Вот так она приходит. Ой, какая удобная, слушайте, смотрите. Вот здесь три различных отсека, то есть здесь они вот эти вот штучки все разные, с разным напылением, наверное, не знаю, девчонки, сейчас поближе посмотрите сами. Она здесь мега удобная и очень легкая, легкий пластик и полая ручка, я так понимаю, внутри, потому что действительно очень легкая. И ручка, и подставка выполнены, проклеено здесь что-то типа, знаете, как будто замши. Такое мягенькое, гладкое, то есть она не будет скользить ни на какой поверхности. И здесь тоже есть маркировка Faberlic Home, и они все у нас промаркированы тоже 1, 2, 3, видите? Сейчас я вам... Ой, а что это? Она снимается, да. То есть можно снять, помыть. Смотрите. Можно снять, помыть и обратно вставить до щелчка. Вот можно... материал по ножеточке. Вот. Уход. Состав. Made in Китай from Faberlic. И вот сама ножеточка. Очень легкая. Прямо вот такая вот. Смотрите, вот здесь проклеена, да, чем-то мягеньким таким. Как замша. Маркировочка Home Faberlic. И видите, вот три разных, я не знаю, как они называются, насадки, ножи. Это одни, беленький, вот эти острые, самые эти тоже круглые, но серые. Не знаю, как вам показать, чтобы вы видели, что они острые и разных цветов. Вот, видите, да? Вот, а здесь они промаркированы. Вот. Ну, в общем, здорово, будем точить ножи. Повторила покупку, в который раз уже заказала антиперспирант от Faberlic с хлопком, нежность хлопка. В прошлый раз у меня был розовый, понравился тоже аромат, они у них такие деликатные, нежные. 22-43 артикул вот этого именно с хлопком, 48 часов защиты нет, 24 да, у меня по крайней мере. Они приходят вот так вот запечатаны наклеечкой, вскрываем. Это такой запах чистоты, действительно, вот хлопок, немножко сладенький. Нравится на сутки, мне вполне хватает. Так, дальше. Новиночки прям напоследок оставляю. Faberlic Weekend. Ночная маска. Давно ее не брала, но вам постоянно нахваливаю, когда вы меня спрашиваете какие-нибудь работающие крема от Faberlic. Артикул ее 0137. Она по очень хорошей цене в этом каталоге. Давно на нее не было скидки, поэтому очень вам рекомендую. Это как ночной кремушек, причем довольно легкий. Знаете, бывают такие ночные маски сверхпитательные, которые в поры забиваются и так далее. Нет, это не тот вариант. Это продукт,
который дарит вашей коже на утро отдохнувший свежий вид, не утяжеляя ее, не оставляя никакой масляной пленки, достаточно легкой консистенции и текстуры, подойдет обладательницам абсолютно любой кожи, даже жирной, не утяжелит. Вот так вот она приходит запечатанная, крышечка еще, и вот такая вот белая консистенция, белый продукт. Как кремушек, но даже вот я бы сказала, между кремом и гелем что-то среднее, да, потому что на коже продукт тает и становится прозрачным, видите, да, во всей серии Weekend Egg. И обалденный запах. Мне очень нравится запах серии Weekend, просто вообще, он шикарный. И действительно, я брала не одну банку раньше, на утро кожа выглядит великолепно. Пошли, умылись, свеженько, отдохнувшее все, даже если не высыпаетесь, у вас не появится никаких-то недостатков за ночь, синяков под глазами с вот этой вот маской. Так, ну и дальше новинки. Новинки Bio Glow. Я вам говорила, что не буду брать сияющий крем, но мне захотелось, потому что мой наставник показал его в действии, я поняла, что, в принципе, это очень интересный продукт. Вот такие две новиночки. Давайте начнем с крема с жемчужным эффектом. Его здесь 30 мл, и артикул его 1.3.1.1. Вот так вот выглядит упаковочка. Способ нанесения даже у нас подробный показан, как правильно нужно наносить кремы. Ну, по массажным линиям, я думаю, все уже это знают. Здесь у нас ниацинамид. Выравнивает рельеф кожи, повышает эластичность, усиливает барьерные функции, способность кожи удерживать влагу. Но в АВТМ, конечно, и витамин С. Витамин С в любых продуктах очень люблю. Витамин С благотворно влияет на кожу, выравнивает тон. Так, вот как выглядит сам тюбик. Это небольшой кремушек, здесь 30 мл, и мы с вами сейчас попробуем его нанести. Мне очень интересно. Вот такая консистенция, запах пока не поняла. На руке потом посмотрим. Я хочу нанести на лицо, посмотреть. Здесь не шиммер, и не блески. Я не знаю, какое-то однородное сияние. Я сейчас на руке вам попробую, конечно, его камерой передать. Оно крутое. Я такие продукты больше люблю зимой, поэтому я не хотела брать. Но интересно, интересно стало, любопытство возымело верх. По поводу консистенции, он, в принципе, на коже не ощущается. Но сейчас достаточно жарко, я любой крем уже почувствовала бы. Так, и сейчас мы с вами посмотрим, как он работает на руке. Надеюсь, что вы увидите это сияние. Я, в принципе, и на коже его уже вижу, и вот на руках. Как вот он. Вот он прям такой розовый, розовый перламутр. И кожа переливается. Фокус. Вот я разнесла его еще получше. И получается такое, вот видите, деликатное перламутровое сияние. Это действительно жемчужный эффект. Не эффект загара, не коричневые здесь вот эти ну, блески, не знаю, как назвать. А действительно жемчужный эффект, который вот придает коже именно сияние, сияние изнутри. Да? Вот в этом месте вот, да, у меня есть, вот в этом нету. То есть, смотрите, разница. Вот тут есть, тут нету. Вот. Красивый эффект, мне нравится. По текстуре, вот на лице я его не чувствую абсолютно. Все, он очень быстро впитался. Жирного следа никакого не оставил. То есть, кожа на ощупь такая бархатистая. Я бы даже сказала, слегка матированная. Но есть вот это сияние, да? Фаберлик приближается к каким-то корейским хитам, скажем так. Поэтому классно. Мне понравилось, очень понравилось. Кремушек достойный. Самое главное, что он не чувствуется на коже. Для летних кремов это очень важно. Следующий продукт – это жидкие патчи для коррекции мимических морщин. Артикул 01, 1310. Вот он. И здесь тоже есть способ применения. Нанесите на область мимических морщин, то есть не обязательно это должны быть глаза, это может быть лоб, это может быть носогубки. Дайте впитаться, не требует смывания. Это круто на самом деле. Сейчас я вам покажу все поближе. И мы с вами затестим этот кремушек уже во влоге. Здесь тоже 30 мл. Цена, кстати, на эти средства адекватная вполне. И как же выглядит он? О, это гель, который тоже имеет жемчужные блестки. Сейчас покажу. Вот. Вот он. И тоже, видите, у него вот эти вот жемчужные. Но тут прям видно блески. В креме их не видно. А тут прозрачный гель с таким вот большим количеством переливающихся блесточек. Вот он. Разнесла по коже. И запах такой свежей цитрусовой фруктики мне напомнил грейпфрут. Вот видите, есть такое немножко жемчужное сияние на руке. Вот состав, информация, сроки годности. Это у нас патчи, да? И
состав получается крема жемчужного. Они отличаются, я уже вижу. Информация. Вот сами флакончики вот так выглядят. Они, в принципе, идентичны. Главное не перепутать. Прям они одинаковые, я бы сказала. Совсем одинаковые. Наконечник у обоих вот такой. Вот это у нас патчи получается, да? А нет, это кремушек. Вот он, видите, такой белесый вылезает. И патчи. Вот. Перламутровые. Интересные новиночки. Запах, кстати, быстро улетучивается и практически уже не ощущается на руке, потому что я знаю, для многих это важно. Некоторые не любят яркие отдушки в кремах, то есть при нанесении, да, ярко выражен какой-то цитрусовый, для меня, по крайней мере, аромат. А дальше уже все, еле-еле уловимая отдушка. Интересные новинки, интересные. Будем тестировать, будем с вами все смотреть, наносить, оценивать, надо оно или нет. Но пока мне очень нравится. Эта серия, мне кажется, предназначена больше для создания такого свежего вида, да, скажем так, свежей кожи, сияет изнутри, отдохнувший, знаете, да, такой вот корейский тренд, корейский эффект. В заказе у меня еще были купончики, мы их пока с вами собираем, и в следующем каталоге будем применять уже в 11-м, да, скидка 50% будет считаться от черной цены, кто не знает, вот есть красная цена, вот есть черная, вот от этой черной цены 50%. Будет считаться скидка на косметику, на продукты для дома, на косметику для дома, да, там вот новая посуда, этого не будет, одежды не будет, а на косметику для дома, косметику для лица, для тела, уходовую, чистящие средства, на это распространяется. Каталог 11-й, очень красивый, буду листать, смотреть, еще не видела, даже в интернете не листала, знаю, что там тоже много крутых новинок. И в 11-м каталоге крутой подарок вообще для новичков, просто обалденный. Моя любимая скатка Сил, гидрофильное масло, гель-трансформер, да? Обалденные средства и еще даже повязочка на голову. Если вы еще не зарегистрированы в Фаберлик, ссылочка всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, тогда я буду вашим наставником и помогать вам на протяжении всего пути в Фаберлик. Ну и на этом у меня все, я прощаюсь с вами до следующих видео. Если это видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.